плане распространенности гриппа в данном эпидемическом сезоне, он в данный сезон прошедший, который уже практически закончился, мы можем уже предварительные итоги проводить, у нас уже 16 календарных недель текущего сезона, мы видим, что в течение этого сезона вирусы гриппа практически не циркулировали. Как только появился возбудитель COVID в прошлом году, он практически вытеснил вирусы гриппа, они не циркулировали, встречались только в спорадических случаях. Это в южном полушарии, началась потом зима в северном полушарии, к которому мы относимся. Здесь также вирусов гриппа практически не определялось. Частота встречаемости, в частности, по европейскому континенту, это 0,1% за весь сезон. Как среди дозорных образцов, так и среди недозорных. Да, вирусы гриппа, они циркулировали, конечно же, но это были единичные случаи. Мы знаем, что циркулировали вирусы гриппа как А, так и Б. А – это H1N1, который вызвал пандемию 2009 года, также H3N2 и вирусы гриппа Б, ну, преимущественно викторианской линии. Но это, насколько это можно ценить с таких небольших данных, практически это единичные уникальные находки, которые были в мире в этом году.